Комикс Крипипаста провидится. Из-за твоего постоянного неповиновения у меня есть все основания распоряжаться тобой, как пожелаю. Тем не менее, казалось бы, что это невероятно, но каким-то чудом твои неосторожные действия, кажется, привели к какому-то успеху. Теперь у нас есть один из лучших агентов Залго под нашим арестом. А мисс Корбин сделала свой первый шаг в становлении следующей провидицей. Что? Я извиняюсь, но я не припоминаю, чтобы я делала что-нибудь подобное. Раны Джеффа, ты излечила их? Когда мы встречались в последний раз, у меня не было достаточно времени, чтобы в полной мере объяснить обязанности провидицы. В то время, как у провидицы много обязанностей в служении Совета Старейшин, исцеление является одной из наиболее важных. Скажи мне, девушка, как ты думаешь, что произойдет, если один из наших пойдет в человеческий медицинский центр? Я никогда не думала о том, что... Катастрофа! А? Люди никогда не должны узнать о нашем существовании. В связи с этим, тем из наших, кто находится в этом мире, запрещается вход в человеческие больницы. Вот где провидица и вступает в игру, когда раненые монстры не имеют возможности вернуться в потусторонний мир для медицинской помощи. Они придут к тебе. Подожди, не имеют возможности вернуться? Вы имеете в виду, есть монстры, которые живут здесь? О, да! Гораздо больше, чем ты думаешь на самом деле. Бог знает, почему они самовольно остаются в этом ужасном месте. Но до тех пор, пока их прописка действительна, это не имеет никакого значения. Эту книгу твоя бабушка оставила тебе. Она все еще у тебя? Конечно! Отлично! Пожалуйста, пойди, принеси ее. Это сделает разъяснение всего этого гораздо проще. Хорошо, секунду. Привет, друг! Рад видеть тебя! У тебя все хорошо? И я тоже рад видеть тебя, Худи! Да, мисс Корбин очень добрая. И Джеффу уже не так плохо, как кажется. Приятно слышать. Думал, что с удовольствием преподам ему урок хороших манер. Спасибо, но это на самом деле не нужно. Но мы оба знаем, что это не те хорошие новости, что я имел в виду. Были ли у тебя какие-либо эпизоды в последнее время? Я? Нет. Это не происходило уже давно. Я никого не осквернял. Маски, я не понимаю, почему ты так сопротивляешься и не хочешь смириться с этим? Ты ничего не сможешь сделать. Изменением его ты можешь повредить себе. Пожалуйста, вернись со мной в наш мир. Ты же знаешь, что ты всегда желанный гость в доме хозяина. Я же сказал тебе, что я никогда не вернусь туда! Если я сделаю это, обратной дороги не будет. Я понимаю, что ты хочешь пойти по легкому пути, и я ничего против этого не имею. Но я просто еще не готов отказаться от своей человечности. Тик-так на часах, ровно полночь, время приступать. Стих, страх, открой глаза, мир теней отворил ворота.